из леса. Вот когда шел из леса в сад, вот встретил вот такого кадра нечаянно. Видите, вот его практически незаметно. Это подросток скворца. Вот он стоит, видимо, маму, папу ждет. Они сейчас, они их выкармливают, несмотря на то, что они уже вылетели из гнезда. Вот он здесь сидит, видимо. И поэтому папа, мама на всех, ну не на всех, а на меня периодически нападают. Вот такой вот он, скворец, подросток. Сидит неподвижно. Ну его и не видно. Я практически проходил мимо, он просто чирикнул. И я его увидел. Вот такие дела. Ну ладно, пошли дальше, мы в сад свой.